Просто челика выбиваешь, вот сам, как у нас концепт, чуть-чуть не получился. Бля, у рыцаря на самом деле чекинг ебанутый какой-то. Да, да. У него типа еще плюс 20, у него 100 получается. Или это уже посчитали, видишь? 8. Мне кажется, это уже посчитали. Ну тогда он не такой бестяра. Мы бы и обычного разогнали до такого же. А что, у меня там за перк? А, я вспомнил сюда. Ребаунд у тебя. И пугаешь ты? А нет, слэм пак. Баскан. Мы понизили сложность и начали ебашить. Да мы решили пройти игру, поставили самую легкую. Решили, да, что... Да. Ну, типа, мы не можем пройти на экстриме, поэтому мы решили поставить самую легкую, посмотреть хотя бы, что там. Бля, я, кстати, удивлен, что у тебя оверолл 66. Мало, да? Много, наоборот. Много? Я вчера играл на этом, на Вилипри, и у меня был самый низкий оверолл из всех, блядь. Я тут... Ну, кроме... Погнали? Кроме леса, который был тоже на Вилипри. Да, у меня Портанцы, был вообще пиздец. Бадин огромный, пацаны. Да, так это охуенно, тебя не сбивает, а ты сбиваешь. Ебать, я хуёво пробил. Я медленно, стрикую я нахуй. Размеры, блядь. Буду всех трахать, блядь, ну-ка нахуй. Пробуем. Бля, Спарта, отъебись, а. Ты когда сбиваешь, ты ускоряешься. Да. А, я пытался. Ебать, дудочник. Бля, ну я ж его веду. Нааа. Под себя. Да ЧСВ. Думаю, Радус, можешь ебать, бежать, пожалуйста? Да. Охуенно, вот это удар! А, я понял, я понял! Радус, я буду стоять тут, короче, всегда, ты на меня ебни. У меня другой shift, я просто держал другой shift случайно. Другой shift у меня, типа, мяч оставляет. Радус, ебешь? Давай. Открывайся. Я около ворот прям стою еще, Радус, но меня ебашь. Почти, да. Бля, нихуя себе на самом-то деле. Пиздец, ебанул. Че это было, нахуй? Мне ачивку дали за это. 94 номер. На, блядь. Слышь, может попробуем такое полепить? Давай. Мне кажется, это спартанцы, блядь, если честно. Ну давай хотя бы еще попробуем. Это слишком сильная хуйня, по-моему. Когда мы будем вести, можно. Да, да, согласен с нами. Просто сейчас пойдут ебаные дискомены, блядь, летающие хуйсосы. О, правая, правая. Зачем? Нахуй нам левая. А нахуя нам вот это? Ну что это? Тебя ударили, и мяч, и шайба полетит вперед. Точно это хочешь? Да. Ну блин, здесь... Кому? Самому слабому, чекеру, и самому медленному. Не знаю, Димасу, кому. Димасу. Димасу, да. Димасу. А что, именно когда я падаю, да? Тренировку оборол. Что вы мне дали, блядь? Спид, то что радуги надо, пиздец. Скорость, да. Парни, а что вы мне дали? Ты теперь, когда падаешь, если тебя сбивают, шайба все равно будет лететь вперед. А, прикольно. Меня часто сбивают, кстати. Это, да, это прикольно. Тут дискостю, вы помните, да? Да. Он будет ультовать у нас. Пиздец. Пиздец, малыш, ты чё? Я ебанутый, я, блядь, сам ты малыш, я просто... Ай, на меня срут! Блядь. Средут. Играем, играем. А, играем. Он такой... А, ебать, это не... Ёбаный... А я танцую. Я тоже. Подстава, пиздец. Подстава, блядь. А смотри, мы танцуем, блядь. Сука! Мы, блядь, пятером танцуем, пиздец! О, это через меня, я упал! Да-да-да. Это прикольная хуйня. Ты первый был на шайбе, поэтому я пошел. Я просто на шайбе. Что происходит, хули, скорость такая? Маса пизданул. Я пытался налево сыграть, чуть-чуть не успел, извините. Минус двое. О, вытащил из ворот, блядь. Жди, жди, Радос, жди! Жду. Ебаш! Хуйня, понял, не делай так больше, никогда. Клюшку возьми. Я взял. Я щелкну. Блядь, ты еще дольше подожди в следующий раз. Стоишь с шайбой, пока я танцую, чужой ты не бил. Посмотрите на желтого. Там тоже танцует. Он думал, он пришел там на вечеринку, блядь. Уф, играем. А, блядь. Танцевать будет сейчас. Бля, не успел.
Бля, я дудку проебал, я дудку проебал. Так легко их водить, это пиздец. Бля, где она? Откатилась, да. Едет танцевать. Успели избавиться. Давай, давай, ну как долго, блядь! А как ты меня догнал, сори, я думал, я быстрее всех на свете. Ну потому что ты с шайбой, а он без. Оп! Ну как? Он берет, я не знаю. Пизда, дудки проебали. Оп-оп-оп-оп-оп! Оп! Нет! Дискостю! Нормально. Хорош. Блять, я не тому давал. Нормально. Надо и срочно собраться. Срочно прям. Хорош. Мега хорош. Это Сан-Франциско, аккорд в стиле диско. Да, прикольный, кстати, этот. Забил? Босик. Ну да. Да тут вообще с музыкой порядок, на самом деле, в этой игре. Да, охуенно, я согласен. 5 секунд. Мы да щелкнем. Еще! Блин, да мне не надо щелкать, блядь. Пас удар! А, да не тот, не ты, другой чел. Я должен был щелкнуть. 3-0 мы ведем, нихуя себе. Так мы еще один забьем и все? 3-0, реально, мне казалось. Да. Еще один, да, да. Танцевать! Ебать. Блять, пофлексил. Блять, я красным давал. Ай, блять. А, мы тоже танцуем после сейва. Ну это когда от вратаря, да. А где я, блять? Да ебать. А, пролетело. Флексим, хули. Че дудку не нажал? У меня нету, вот только сейчас появился. Охуеть. Охуеть! Еще, ребята! Блядь. Сука, положили меня, блядь. Сейчас танцевать кто-то будет. А, он уже ближуший был. Ебать! Нет, от вратаря мне показалось реально. Димас забил, ребят. Мне тоже показалось, Димас забил. Бля, буду. Посмотрите, Димас забил, блядь. Смотри. Я в танце. А, нет, это поминка была у второго, двойка забила. Да. Я в стане был вообще. Отпасую. Пасуй! Хорош, Сеня, прикрыл. Смотри, ребята. Бей, ебать, Радот. Сука, ладно. Не, так не я же. Все, ебаш. Ну ты крутой. Она не влетит типа в ворот, она прилетит ближайшего, нахуй. Не... Да. Ну, а я был около ворот прям. Она нет, ближайшего от меня, типа. Она полетит, куда ты целишься. Строй запустим, блядь. Бля, ребята. Не запустим. Где диско? Блядь, он здесь. Блядь, сейчас танцевать будет. Я уложил его, не будем. Ебашь, Радос, ебашь. Ебать ему похуй вообще. Радос, поебать. Ну ебаните уже кто-нибудь, блядь. Крестовина, блядь. Сука. Дабл. Нельзя, блядь. Сука. А, мы уже выиграли. 5 секунд. Нихуя ты решил. Сам себе. Радос, там мог бы уже и со скилла въебать. Въебать надо было, да. Ребята, последний рубеж, блядь, остался. Мега-дефект на Ангуса предлагаю. Да, нормально. Ребята. Нет, год тренировку. Опять они, кстати. Тренировку надо. А может этих? Да, ну, давай спартан. Давай спарту. Да, это спарту, плюс 5, это даст плюс 5 скорости еще. Палочку, может, залутаем сейчас какую-нибудь. Или еще лучше win all. А, нет, это артефакт должен быть. Или мне балочка синюю линию какую-нибудь. Балочка артефакт, правда. Ну спарта, блять, уже просто приезжает и уезжает нахуй сразу. Так, скалолазы, блять. Которые-то. Йоль-йоль-йо! Вот эти вот. Блять,
Я когда первый раз с ними играл, я не знал, что они в два раза быстрее, типа, на брат. Да, как-то проще было, да? А как я узнал, блин, я понял. Напряжение такое. Бля, буду и пытаться их, парни, давить. Ну, чтобы они падали. У Радоса, у рыцаря чисто рубаха на шрековскую. Хуйня, это не берем. Это ну, вот, тоже к этому кто кидает. Давай мне эту хуйню. Вот эту? Да, да. Кто кидает, да? Я кидать буду. Это круто. Ну да. Ну, вы на своих не попадаете, так да. Ну, мантониры, потому что не хватает. Да? Теряешь хвилец. Да, да, две на спине. Потому что не хватает, когда ты кидаешь, блядь. Ну, постоянно ездить, это так залупо, блядь. Хорош, выиграл, умница. Хорош! Как не было? Ну, как нет? Было, похуй. Есть. Да, что произошло? Я думал, я несколько раз ебанул. Я тоже не понял, как я несколько раз ебанул, блядь. У меня не дрягало, блядь, как будто. Ну там еще от меня должно было. Папа, победите, пожалуйста. А, ну ок тогда. Вон, гол! Блядь. Гол! Да, и да. Я еще, по-моему, когда-то я три раза пизданул, блядь. Я запилил и не было. Я еще сказал, как не было, блядь, типа. Я три раза ударил, блядь. Пиздец. Блин, хуярит тут. Да, тут щек, ребят, блядь, тут только держаться на. Блядь, я ударил уже. Тут, блядь, продержаться падает, надо, давай, пока у них эта хуйня не закончится. Нихуя да, ты. Хорош! Сыграй! Я думал, ты на меня в центр сыграешь там. Блять, а им похуй. Вот я так же стоял, кстати, ждал паса тогда, как Франкфуртер. Сука. Надо стараться их как-то. Игра не пускает так гол так быстро, да допускает. Они уже второй раз всегда первые с этими подтяжками. Вообще пиздец. Да, подтяжки. Собрались. Хорош. Тут и ударить можно было. Я не понял, что Сандэй не бил. Сандэй, тебе уже охуенно. Не, я пастре давал. Малышок. Мне ж магнит, мне надо, чтобы ты бил. Шайба, блядь. Я долго лежу, ребята, я там 100 лет уже лежу. Я убрал этого типа, которому хотел отпасовать. Ебаную камеру бы мне, блядь. Пиздец, ребята. Кто там на... Блять, ты без клюшки, Максон. Я уже дали. Под меня, я бью сразу. Тут хуй выиграешь, блядь. Да я понимаю, тут сложно, да. Хороший адос, лучший. Перетерпим? Проатакуем. Ебаш. Хорош. Ебать, на их бафах въебали их. Марк Скамейка оказался, кстати, там, где должен быть. Забавно, странно, что он тебя, кстати, не уебашил, да, опять на пятаке? Да, когда вратарь подходишь рядом, он всегда же ебало дает. Он тебя прям... Самый краешек он получился. А, ну ты, да, грамотно. И вот твои клюшки переебал. И сразу ебашил 5 секунд. Да. Сука. Это супер хуёво. Повезло, боже как. Повезло. Решай. Я буду там. Бля. Я все еще здесь. Похуй. Ой. Держись, Радос. Блядь, тянет, Радос. Тянет, сука. Лежать, твари. Я буду справа. Заноси! Завози, блядь. Опасная пизда. Нет, я должен был свистеть. У меня клюшка прилетела, блядь. 2-1, да, у нас? Да. Пиздец. Собрались, ребята. Блять. Сука. Давай! А, блядь, я не увидел. Давай, малыш, давай! Блядь. Уложил его. Просто, да. Пизда. Клюшка моя сыграла, ебать. Я упал. Я без клюшки. Я играю. На фланге можно. Даю. Хэдшот! Хуёвый, супер, все, да, больше не используй, слышь? Не всегда. Да, больше не надо. Ну было бы идеально, на самом деле. Пиздец. Дудка не сработала. Я обычно, когда дудка не срабатывает... В прошлый раз так же было. Обычно, когда дудка не срабатывает, я понимаю, что все пизда. Как будто скриптованный гол. Вот я дудю, ему похуй.
2-2, ребята. Да тяжело. Буду стараться в этим. Я не знаю, не попадаю, блядь. Не, там это рандом не заходит. Сука, они еще все выиграют, блядь, вы, блядь. Ну да, у них там типа супер быстро. Потянем время чуть-чуть. Нихуя у нас потяжка времени какая. Хорош! Заносим, блядь. Не хватило бы сейчас, X2 времени, да, когда ведешь? А ладно. Справимся. Не знаю, сколько там осталось, еще минуты где-то. Да. Справимся. О, мы выиграли. Ебать, меня убили. Нет! Бей, бей, блядь, там же врата не была. Справимся. О, да. Ох, малышок, что он дает, блять. Ну, теперь точно последний босс. Ну, давайте еще один артефактик. Бля, идем туда, куда не стопала нога хоккеиста, ребята. Сандэ подстелился чисто. В ближний под перчатку. Потому что, если бы не ты, меня бы он положил 100%, пиздец. Хорош кипер! Блять, положил всех, но. Да сука, блядь. Сыграй быстро! Хорош. А че меня увезло? А почему меня не привязалось? Давай. Даю! Верни. Ну не туда. Ой-ой-ой, там ебать у меня подкорректировал. Зебать, парни, да, прошли. Плевать, да, босс. Финальный босс. Интересно, кто там будет. На сломот надропили тоже. Да. Бля, это 20 спид надо брать. Да, да. Надо брать. Где же оно было раньше? Отдыхаем. Это поле для гольфа. Ну можно плюс 5 спида. Спартанцы, давай Спарту ебем. Бля, я бы взял какую-нибудь хуйню. Поле для гольфа, кстати, ебать. Да, да, поле для гольфа. Скажет, ебать, ты решил вернуться к нам? Он же гольфер. Можно под спас было. Так пас спас. Можно было что угодно сделать с ними. А можно пропустить от Спарты с кайфом, да. Бать нормально отскакивает на самом деле. Намертво. Ебать, слышь, Спарта играет. Спарта прям играет. Да ебать ты заебал. Почему каждый раз после дудки отскакивает им? О. Блин, меня настолько быстро... Он нахуй убил Ангуса. Да, камера не успевает за нами. Я не успеваю, блин, понять, где я нахожусь, но... Есть. Оооо, вантаймер во вратаря, а не влево. Что ты делаешь, чел? Да я хотел поворотом ударить, тут зеленый оказался передо мной, я же не увидел же. Пора уже забить им. Да, пора. Блять, своих ебашу. Хэдшот. Избануться. Ребята, ну... Ой, блядь. Есть! Минус Спарта. Ебаный. Но они ебут. Три верных момента было точно, вообще, стопроцентных. Хуёвый знак, ребята. Ну да. Синие линии, кстати, лепят на похуй ближний. Так, ну босс все еще будет. Надо посмотреть оверольчики, кстати. No reward. 72. Ебать.
Марк Скамейка просто летит нахуй. Да, тут все в порядке. Ну погнали, ребята. Гольферы. Или ебануться. О, Макшеги здесь. Это наше поле для гольфа. Я здесь не для того, чтобы играть в гольф, Корнелиус. Посмотри, что вы сделали. Кубок еле может держать эту землю вообще бы и в одном месте, она разваливается земля. Как кубок? Какой кубок? А, ты об этой старой хуйне на горе? Да, кубок, короче, духа хоккея. Он, это и есть сердце, которое стучит в этом спорте. Короче, расплавляется земля, зимы распадаются, но память даже этого острова. И ты думаешь, что маленький наш бизнес по гольфу — это причина? Ты провел слишком много с этими культистами, Макшеги. Давай разберемся это на нашем специальном, блядь, ринке. Готовься, Корнелиус, блядь. Вам ничего не светит здесь? Ну что ж. Ну, интересно, что будет. Нихуя. Ебать, так здесь трава, нахуй. Да мне кажется, это текстура. Папа, меня было видно. Челка тупо. Ебать, Биба и Боба, и Буба. Пиздец, нахуй. Пэм и Корнелиус. И Корнелиус, да. Пацан. Ёбичное ебало у него. У всех есть эти клюшки дополнительные у них. Как веи. Они быстро ебашат. Ебать. Да нам похуй, хватит, ебать, кто они по жизни, блядь. Марк Скамейка на месте. А с спартанцами так нельзя было? Просто. Hey. Играем, играем. Хорош. Шайба не едет. Да, по песку. Пизда. Шайба останавливается. Это хуёво. Это супер хуёво. Ебать, они ускоряются. У них магниты там есть ещё, пиздец. Да, у них там всё на свете. Она быстрый, очень быстрый. И выигрывают они так же, как те горняки. Почти же так же быстро. Похуй. Блядь. Да бля. Еще через танц выиграем. Таунт. Блядь, бьют они очень жестко. Я пытаюсь. Пить надо будет. Малышок, можно было и в щитки забрали, ударить, да. Наверное. Радос не бегает, блядь. Но не очень тут пиздец. Ребята, ой, бля, Радос не того. Положил. Это пиздец. Играй. А давай. Тут надо быстро, тут надо быстро, да, очень. Я понимаю, ну не реагирую, блядь. О, блядь! Да давай! Ну забрал. Ну пизда! Хорош. Ебать, я даже не видел. Это пиздец, ребята. Пиздец. Две дудки одновременно. Продавать надо. Радос лучший. Ну, заноси. Есть, хорошо, похуй, хорошо. Он сам занес. 2-0, ребята, 2-0. Молодцы, молодцы. Блядь, ну честно, скорость игры такая большая, я Фабио не успею глазами поймать, блядь. Нелюбимый счет Фабио Капелло. Ее не видно на траве просто, ебаный шайб. Вот тут желтенький, молодец. А, еще и зеленый, блядь, там еще был. Да, там не долетела она. Пиздючок-то делает дела. Папа! Блядь. Это хуево. Я не буду дудку не прокнул опять. Лови! Выноси! Охуеть! Спасибо, папаша! Я хуёво выносил. Я типа сразу теряюсь, если вы меня рядом встречите. Держим. Уверен ли ты в этом решении? Не, мама, я могу, давай на давай лучше выбрасывание. Выбрасывание тоже тяжело. Играй. Плевать, играй. Ладно. Радус, что происходит у тебя?
Знаете, я уже и передумал насчет выбрасывания, если что. Я, блядь, не вижу нахуй. Опа, ошибся. Да, блядь! Ну нет! Ёба, народ. Нет! Братарь! Блядь, всех похоронил. Кипер гений у нас. Да, хорошо стоит. Не каркай. Пиздец, блядь. Так, кнопка, блядь. Зачем ты кидаешь? А я заранее кидал, блядь. 3 секунды, нельзя забить. Бей! Ударить? Бей! Ебать! От клюшки. А, клюшка там лежит. Да. Так. А чё? Ну что, Макшеги, нравится тебе, да, на этом поле играть? Да я бы предпочел, конечно, обычный лед, но я вас на любой поверхности въебу. Думаешь, это все, что у нас есть? У нас есть специальная бочка электролитов для такого случая. Мы будем сильнее. Нет. Вот немножко тени тебе, Макшаги, чтобы запомнить на всю свою жизнь. Типа... Пиздец, нам мало было, сейчас, что походу, ли? Да, нам было мало. Парни, электролиты — это всего лишь электролиты, блядь, по факту. Малышок, влево сыграй. Ох, нихуя! Они слишком быстрые. Они быстрые, пиздец. Играй. Нет, играй. Блядь, да я хотел... Почти. Давай, Родос. Да пошел. Хорош, туда. Лучше. Вот это, то, что, вот это то, что ты должен... Нет, кто... А, это он кинул, ебаный в рот. Ебаш. Не надо. Блядь. Помогите. Помогите. Блядь, ты как хуёво. Ненормально, нихуя. Нормально. Вот этот быстрый. Под удар есть. Да. Блять, давал пас, выбили, тварюка. Я Родоса ёбнул, пизда. Нормально, 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 спасаемся. Стану. Подарочки. Это электролиты, бля, нормально. Бля, я спиздил прямо у меня с клюшки. Сразу? Долго соображаем. Забываю, извините. Бля, Родос, не знаю, чем помочь даже. Помогите. Есть, это есть, пятеро, есть. Пятеро у тебя, на. Есть! Хорош. Щищ! Дудка Сан-Франциско победит, точно. Круто, что ты там стоял. Охуенно. 3-0, ребята. Чё, 6-0 их? Да, домой. Вынеси. Я не буду, Дудки не будет, и меня не будет. Не, я не могу. Блядь, а Дудка... Нет! Пиздец. Давай. Я без клюшки, Родос, я без клюшки. Я понял. Нет. Нет. Ну, блядь, и все отскакивает. Ей похуй даже на это. Я ее чекаю, она не чувствует вообще. Да, да, ей клюшки. Мне надо лакину, ей похуй. Даже такого микростана нет. Ну, это электролиты. Не, ну ты посмотри, вот сейчас я в нее въебусь. Бам, на. Ну, микростан был, микро. Ты в нее ебался просто. Ну, походу. От клюшки был микростан. Собрались. Ахули! Есть! Марк Скамейка. Я даже не видел её. Я тоже не понял, что произошло. Вообще хуйня какая-то. Я думал, залетело, да. Я тоже не понял. Сразу же отыгрались, это очень хорошо. Меня уложили, блядь, сразу. Вот ты типа пробил после отскока, и потом... А, вон она, видишь? Да, там пиздец, конечно. Там какая-то заруба была. Меня пизданули, и Марк Скамейка подкорректировал. Это не реплей. Ебать, у них звук гольф. Блять, даже может не стоило отбивать. Блять, там чел летит. Хорош! Ты ебем, пиздец, мне. Адский, адский! Это то, что, блять, в третьем периоде что-то вообще должно ебанутое произойти, ребята. Там свет вырубит в темноте играть будем. Как же уворачивается от клюшки. Да пиздец, я видел, когда она полетела, я охуел аж. Клюшка завершена жестко была. Да.
Скамейка, кстати, гений позиции, блядь, вообще. Я нашел на этот кран позицию свою. Играем. Давай-ка выиграй. Спасибо. Ебать, меня уложили. Левая хуйня опять. Ебаните! Бля, взял. Нет, суки! Хуя! Да, блядь, мог бы успеть пасануть, да тут спор на удар. Я что-то не посмотрел. 3 секунды там было, на самом деле. Что, будут что-то еще пиздеть? Да, будут, конечно. Вот ты еще не ушел, я чувствую, щупальцы закрываются над тобой, Макшеги. Ты должен быть хорошо осведомлен об этом осьминожке, который не терпит и не имеет жалости к лузерам. Готовься, потому что вернуться к своему, типа, чуваку, который кует там этот кузнецу. Этого никогда не произойдет. Он избавится от вашей фейковой травы и ваших синтетических разъебок перед настоящим спортом. Никогда. Еще, несите еще более сильные электролиты. Бля, будут лететь, да? А хуй его знает. Интересно, если мы забьем еще один. Да. Не знаю. Я думаю, да. Я уверен, что да. Они не дают бить, это пиздец. Бей! Хорош! Все? Пизда! До связи, нахуй. Интересно, это все? Мне кажется, так просто не закончится. Если закончится, это имба. Малышок так стоит, думает. И такой... Да мне кажется, похуй даже, если закончится, ну 6 нахуй. Очко, кстати. Не, играем. Бля, так мы играем еще 3,5 минуты, пацаны, блядь. Будет время еще забить. Я не понял, электролиты кто-то пиздит у них по дороге или что? Парни, охуенные электролиты, блядь. Сэндейдес пиздеть не даст. Через очко Сэндейдес забили. Заноси, блядь. Я не вижу ее, блядь. Пизда. Блин, да они носятся, пиздец. Я держаю вообще. Как же ей похуй на клюшку? Я въебу. Нет, пиздючок. Бля, я лежу, ребята. Бля, Родос, так себе сожалею по поводу всей этой хуйни, если честно. Я есть у ворот, если что. Это что за хуйня, блядь, была? Ты за ворота уехал. Хорош, бля, Родос, как ты с этой скоростью справляешься? Я, честно говоря, не представляю. Бля, пиздец, машина. Бля, нихуя там пас. Нихуя ты дал, бля. Держать. О, вратарь играет в этом, по этой партии прям. Тоже играет. Под электролитами, походу. Ну. А, не успел. Ебать. Как же проебал. Нормально. Они слишком сильно, я нахуй даже попасть не мог. Еще. Сука. Родос, ну без шлема работает, без клюшки, но он работает. Суки. Сколько им еще? 6 нужно? Ну это им так, чтобы не сильно расстраивались. 8-1 у нас было. Родос без клюшки, хуярь. На Питера Гриффина похож, кстати. Вы смотрели фильм этот «Вышибало» про хоккеиста? Да, конечно. Родос вот чисто сейчас без клюшки хуярил так же. Димас расслабился, пиздец. Раньше всегда отдавал. Хуйня левая. Давай. Я пытался пас нажать. Кстати, блядь, без дудок. Родос опять, мы его бросаем, блядь, так грустно. А он справляется и без нас. А ты посмотри, как ему плохо. А что это было? Замах какой-то принца. Только быстрый. Нет. Я просто нарезал с навесом ударил, как-то. Не? Мне кажется, он как гольф верхом, типа, навесом. Не, обычный сейчас. Да, обычный скрученный. Собрались, мы еще не выиграли. Ребята, блядь, прошу вас, собрано. Хорош. Блядь,
за ворот. Спокойно. Блять. Мы вернемся, если что. Там Раду дежурит. Дежурит, блять, нажимаю. Я без клюшки вроде. Я секунд следующий. Давай еще один пайку. Это лишнее, блять, вообще. Вообще настолько лишнее было. Да похуй же. Я хотел пиздануть туда. А что если сейчас четвертый период будет? Мне просто интересно. Я скажу, ребята, ну, мы не хотим проигрывать, будет четвертый период. Ну, ну все еще 5 у нас преимущество вроде. А могло быть больше. Ладно, похуй так похуй, работаем. Забьем еще 9 туда. Так 0-0, ебать, че. 0-0, да. 4-8. Музыка играет. Наконец-то кубок наш. Я чувствую мурашки в воздухе. Ты нас честно выиграл, Ангус. Это был лучший раунд хоккея, который мы когда-либо видели. Эти земли теперь твои, я должен признать. Весь этот хоккей был довольно прикольным. Приятный. Да. Что дальше? По сюжету. Ну, типа, что у нас дальше по плану? Дать пизды огромному осьминогу. В любой день, любое время я буду держаться за этот кубок настолько, как вы бы держались. Не паришь, если я поиграю немного хоккея в хоккей, когда мы вернемся? Конечно! Миру всегда нужны крутые хоккейные игроки. Шикарно! О, время встретить музыку, наслаждайся своей вечеринкой. Да, мы там флексим на фоне. Да. Как будто с гитарой стоит тип снизу такой. Это Родос вроде. Бля, прошли получается? Да, драконий крик дали. Где Хрестовцы? Нихуя. Ну это по пизу ССК, я думаю. Это слоем чисто. Ну там и свои, своих, я так понимаю, тоже. Да, дали ачивку, ебать. Ребята, ну что, ебать, мы смогли. Блять, так открылась одна картинка, типа? Парни, или? Не знаю, два дня играю, еще вот, быстренько. Сколько вы? Прошли хоккей. Прошли хоккей? Да, прошли. Ну сразу видно, кого не хватало, парни, да? Мощный. Да. Александр Сергеевич Уткин концепт-арт нарисовал. Да, ребята, какой же разъеб. Эх, бля, ебало Миши Графона представили. Первого раза? Что я могу сказать? Хорошо. Ну, кстати говоря, если мы реально не брали ивенты, хуй бы мы прошли. Две дудки? Охуенная. Не, вот реально, без шуток, если бы в игре был бы привязан этот коп, это игра года коопная была. Да, это разъеб. Да я и так за нее проголосую, кстати, потом. Если будет голосование про спортивный симулятор. А, кстати, видите вот эта вот хуйня слева, которая на машине, да? Я видел, как в трейлере они на этой машине катались, типа, от локации к локации. А в итоге этого нихуя не было, кстати. Ну, это же Early Access. Это будет на релизе. Не добавили анимацию машинки. Бля, с учетом того, что это ранний доступ, какая хуйня. Бля, мы их так разъебали, этих гольферов, вообще мясо. Так, когда следующее... Здесь всего, как всегда, были судьи, блядь. Проебали со спартанцами, причем, блядь, перед этим. Мы разъебали. Нет, все-таки... Ну, где-то надо было проебать. Самые сложные были. Да. А, он был здесь? Да. Блин, жалко, наверное. Бля, было бы обидно, если бы спартанцы... Миша пишет смешно, улыбка. Было бы обидно, если бы спартанцы как по луз считался. Да, пиздец был бы. Сцена после титров будет? Не будет. Я надеюсь, сейчас у Миши. Отлично, дождь. Ангус, похоже, ты сделал легкую работу над этими гольфистами. Ты был на казуальной сложности? Может, пора тебе попробовать стандартную или эксперт? Эх, старичок, знал бы ты, блядь. Знал бы ты. Ладно, шо, всем спасибо тогда за игру. Да, давайте, да, ребята, спасибо. Удачки. Давайте. Так а что, на эксперте не будем? Да не, зачем, на казуале прошли, на этом хватит, наверное. Давайте, ребят, покедово. Давай.